30 октября на Первомайской частично перекрыли движение. В районе оптики устраняют повреждения теплосети. Мониторинг тепломагистралей показал, что в трубопроводе есть повреждения. К ремонту приступили вечером. С 30 на 31 октября работали несколько бригад Пинской ТЭЦ. Из-за этого ограничили движение транспорта на участке улицы Первомайской от пересечения с улицы Суворова до перекрестка с 8 марта Гоголя. Энергетики вскрыли проблемный участок. В канале теплосети обнаружили два повреждения трубопровода. Здесь заменят трубу на новую, 11-метровую. Как сообщил директор ТЭЦ Эдуард Курган, последний раз здесь меняли трубы в 2001 году. Энергетики должны выполнить основные работы до 31 октября. Открыть участок дороги для движения планируется через трое суток.